Меня зовут Денис Зорин, мне 35 лет, и вот уже практически 14 из них я работаю в компании «Ферэкспо». В 2005 году закончил обучение в Национальном горном университете по специальности «Горный инженер-механик». И в настоящее время по государственному заказу приобретаю степень доктора философии на факультете металлургии Днепровского государственного технического университета. На предприятии занимаю должность начальника отдела контроля надежности и технического состояния горного оборудования, который, в свою очередь, был создан по результатам реализации проекта создания единого ремонтного центра «Ферэкспо» на базе Ерестовского ГОКа для обслуживания карьерной техники Полтавского Ерестовского ГОКов. Работа творческая, требует оперативного участия и постоянного взаимодействия со специалистами других структурных подразделений, имеющих отношение к техническому обслуживанию и ремонту оборудования, ну и, конечно же, с подрядчиками. Для меня и моей команды основная задача – это обеспечить на разных жизненных циклах компании надежность производственных активов, аварийные отказы которых являются критичными для производства. А достигаем мы этого благодаря нашей оперативной и углубленной оценке технического состояния оборудования и, конечно же, широкому кругу диагностических процедур. Мы ежедневно выявляем проблемную технику, классифицируем неисправности, принимаем решения о необходимости и видах ремонтного воздействия, устанавливаем приоритеты при постановке техники на ремонт, ну и как следствие передаем эту информацию нашим коллегам-планировщикам для формирования графиков и, конечно же, их последующего выполнения. Я, как специалист, понимая и анализируя внутренний и передовой отраслевой опыт в области технического обслуживания и ремонта, обеспечиваю методологическую поддержку этого бизнес-процесса, а это метрики и методики статистического исследования, формирование стратегий и политик, бизнес-моделирование и прочее. Компания «Ферэкспо» мне нравится работать, потому что это уверенность в завтрашнем дне. Это постоянные инвестиции в технологии, в производство, в развитие и безопасность своих сотрудников. Это стабильность, это замечательный сплоченный коллектив профессионалов. Здесь открываются новые возможности, ну а для кого-то исполняются мечты.